у кого что болит, тот о том и говорит. У меня что болит? Знаешь, оператор не знает. Хорошо, красиво. У меня болит Турция. Турция – это очень красивая, интересная, перспективная страна, друзья. Уникальная страна. Турция, действительно. Я был в других странах тоже. Например, я был в Казахстане. Тоже красивый, хороший по-своему. Все равно климат. Что-то не то. Экология не очень хорошая. Поэтому люди сюда приезжают. Мороз надоедает людям. Здесь солнце, море, свежий воздух. Вот сегодня какое число, оператор? 9 ноября. Ноябрь, вот такая погода. Люди купаются, вот голые люди ходят на пляже. Так что это прекрасная страна. Я люблю. Просто я люблю. Если вы не любите, это ваша проблема. Главное, я люблю, поэтому я здесь живу. И в Москве тоже были, и в других странах тоже были. Я хотел вообще где-то остаться, но возвращался сюда. Почему? Потому что страна прекрасная. Особенно, кто приезжает сюда, для них еще лучше. Кто покупает здесь недвижимость, они всегда говорят, что мы ездили в другие страны тоже. Здесь лучше, в самом деле лучше. Инвестиции – это не только вложить деньги, потом перепродавать, зарабатывать. Инвестиции – еще здоровье, друзья. Свои здоровье тоже надо инвестировать. Это очень важно. Если у вас здоровья не будет, другие вещи для чего вам нужно будет, правда? Поэтому здоровье очень важно. Друзья, с вами город Мэсин, район Тёмик. Скоро хочу с вами поделиться. Один проект, элитный, масштабный проект. Отсюда 150 метров. Очень красивый проект. И с видом на море есть. Еще подходит для ВНЖ тоже, друзья. Так что я вам все это подробнее расскажу. Но изначально хочу вам отметить, друзья, почему город Мэрсин. Почему город Мэрсин? Потому что это самая южная точка в Турции. Самый быстро развивающий город возле Средиземного моря. Здесь растет 187 видов овощей и фруктов. Здесь вы можете увидеть в одно время 4 климата, друзья. Вот зима здесь. Через полчаса вы можете попасть, где снег, мороз, друзья. Здесь экология очень чистая. Еще очень важно, что здесь промышленный и туристический город. Поэтому здесь по поводу найти работу тоже проблемы нету. Так что, если вы сюда приедете, увидите своими глазами, хотите купаться, вот, пожалуйста, море. Хотите просто промышленное место увидеть, центр. Через 15 минут вы можете попасть в центр, друзья. Очень богатые исторические места есть. Еще очень богатая история здесь. Так что, поэтому, друзья, приезжайте в Турцию. Это очень разнообразная страна. Например, еще большой плюс, что в Турции никогда не спрашивают вам, откуда ваши деньги, как это вы зарабатывали, кому это касается, правильно? Но есть такая страна, которая касается, друзья, например, Испания. Испания, вы можете как-то там купить недвижимость, вам нужно просто доказывать. Потом Дубай. Дубай тоже так же есть, такой большой минус, друзья. Вы там не покупаете недвижимость, как-то вы недвижимость покупаете, вы еще здесь получаете от земельный участок доли. Это ваша недвижимость, после вас тоже остаются ваши дети, наследство, да, по-русски? Наследство в Турции есть, в Дубае такого нету. Например, вы как будто 47 или 50 лет снимаете свои жилье, друзья. Так что самое главное еще санкции нету. Турция это или это? Турция это страна. Турция это очень демократическая страна, дружная страна, друзья. Поэтому Турция это как-то сюда люди приезжают, себя чувствуют как человек, как у себя дома. Короче, приезжайте, живите, наслаждайтесь. Я как местный, половина русскоязычный человек, я вам это
Рекомендую, друзья. Здесь все очень хорошо, еще лучше будет, чем сейчас. Так что проект отсюда видно. Можно оператор показывать пляж и проект. Вот там стройка идет. И беспросветная рассрочка тоже есть. 1+1 75 квадратный метр. 2+1 110 квадратный метр. 3+1 160 квадратный метр, друзья. Проект очень красивый. Представляете, ваш вид открывается вот на Средиземное море. Вид на Средиземное море очень красивый. Пляж Томик. Это самый большой широкий район в Мерсине, друзья. И отсюда 20 минут ехать до центра Мерсина, недалеко. Еще перегород Эрдемли тоже отсюда недалеко, друзья. Так что еще что нужно? Что нужно еще? Поехать тебе надоело, да? Много говорю, да. Я вижу твои реакции. Так-то поехали, друзья. Огромный большой проект. Короче, богатая инфраструктура. Есть скрытый бассейн, открытый бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал. Огромный большой сад, друзья. Место барбекю, беседки. 24 часа охрана. Это элитный комплекс, масштабный проект, до моря буквально 150 метров, очень хорошо. Место расположения, друзья, с видом на море, на гору и большая площадь, друзья. На продаже есть 1+1, 2+1, 3+1. Так что, если вам нужна более подробная информация, вы можете к нам, именно к нам, компания Arbotoms может к нам обращаться, друзья, через Viber, WhatsApp и Telegram мы вам перешлем. Актуальный прайс-лист еще вы можете заходить на нашем сайте arbotoms.co, друзья, arbotoms.co. Заходите на нашем сайте, номер объекта тоже оставлю. Пишите, звоните, через номер объекта тоже можете посмотреть более подробную информацию. Так что Arbotoms не только вам предлагает недвижимость в Турции. Arbotoms инвестирует в ваше жилье максимально выгодно и безопасно, друзья. Вот инвестиционный проект. И для себя тоже хороший проект, друзья. Больше такое место расположения не будет, которое расстояние до моря, друзья. Так что Arbotoms почти 15 лет на рынке недвижимости, друзья. 3 офиса есть, огромный большой опыт, друзья. Если что, как владелец компании, можем с вами встретиться и поговорить, как можно свои деньги выкладывать и потом получать доход, друзья, именно в Турции, именно в городе Мерсин, в каком районе можно купить. Все районы отличаются друг от друга, друзья. Так что всем желаю счастья, удачи, берегите себя. Я вас очень люблю и уважаю. Пока.